Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы начинаем Снайпер 2 Призрачный воин. Так, давайте один игрок. Сибирский удар, я не знаю. Основная компания. Новая игра. Средняя. Так, операция полузащитник. Побережье Филиппин. Время. Чё? 16:00 по местному. Одна неделя назад. Хорошо. Так, игра сохранена, понятно. Стратегик. Брифинг систем. Нажмите Enter, чтобы начать. Давай. Подождите, тут вам что-то... Смирно, господа. Информация. Диас, а что здесь шпики делают? Эту операцию проводим мы, Андерсон. Я согласился отдать тебе главную роль, если только ты не напортачишь. Имейте в виду Сараева? Делай все по сценарию, и у нас не возникнет никаких проблем. 3 месяца назад российские наемники напали на секретную лабораторию в Арктике. Захватив большую партию биооружия вируса африканской лихорадки, они скрылись. По сравнению с этой штукой, черная смерть просто насморк. Утром мы узнали, что на Филиппинах у них есть покупатель. Вот он, Кавала, гражданин Филиппин, главарь группировки Абу Саяф. Это означает, что его имя на одном из первых мест в списке пособников Аль-Каиды. Министр обороны отнес Кавала к числу побочных целей. Увидел его. Стреляй. Нам известно имя русского главаря? Пока нет. Но это никак не влияет на основные цели опергруппы. Уничтожить противника в районе проведения сделки и перехватить биологическое оружие. Всем ясно? Удачной охоты. Давай. Поступим таким образом. Келлер, идешь со своими ребятами вдоль реки. Остановитесь на берегу позади радара. Мы с Андерсоном отрежем от вас подкрепление противника, чтобы не тревожили. Встречаемся там. Идет. Удачной охоты. Че, а Келла прямо-таки? Удачной охоты. Маугли перечитали. Опа! Топи его! Суку эту! Кричит еще, вот падла. Чисто, двинули. Давай. Опаньки, опаньки. Подтянулись. А что у меня второе оружие-то? Какое? Стой, зря не палить. Контакт, один солдат. Да где, блин, ни хрена не... Готов. 3, 2, 1, давай. На. Да, парень в сарае, видимо, ничуть не умнее. Теперь его очередь. Черт, что он делает? Кол, посмотри в тепловизор. Ну-ка, сейчас посмотрим. Перебей его. Там с писюном мается, что ли? Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Ну все, давай. Еще. Давай. Есть данные о том, как охраняют этот радар? Очень мало. Он весьма эффективно нас блокирует. Поэтому нам и нужно его вырубить. Иначе наш отход после того, как штурмуем отель, получит название «Операция Задница». Вот. Взяли трофей. Ну, хотя он мне нахрен не нужен. Вот оружие можно было подобрать, конечно. Я что-то слышу. Не поднимайся. И что ты там слышишь? Я вот мух слышу. Кажется, их только двое. Давай вместе. Правый мой. Приготовься. 3, 2. Стой. Чё не так? Чёрт, еле пронесло. Их слишком много, придется обходить. Идем по моему сигналу, голову не поднимать. Блин, да я бы их перебил бы. Одним патроном до двоих. Что это было? Давай. Вон. Видишь на мосту? Чёртов свет сбил меня с толку. Будешь его долбить? Ну? Чё за жесты доброй воли? Они направляются к нам, не шевелись. Тык-тык-тык-тык. Сообщение по рации. Где-то у нас работает снайпер. От кого информация? Информация лично от кучки трупов с дырками от пуль.
Кажется, работает снайпер и штурмовая группа. Думаешь, они движутся сюда? Это сказал американец. Он что-то знает, но нам не говорит. Слышал? Про каких американцев они говорят? Не имею ни малейшего понятия. Подумаем над этим позже. Сейчас есть дела поважнее. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Босс отдал какой-то новый приказ, и теперь все носятся, как ужаленные. Потихонечку только. Это явно происходит. Передаю приказ. Голову не высовывают. Видите или слышите что-то подозрительное, сразу сообщайте. Передайте остальным. Проверки каждые 10 минут. Никаких исключений. Ну вот так вот, ни хрена себе. Ой-ой-ой-ой. Это двигатель, пригнись. На катерах еще проверки. Пусть пройдут. Ага. Ты вообще в вахте служил? Нет. Нас подразделение ненадолго отправили. Аккуратней. Андерсон, давай за мной. Быстрее, быстрее, быстрее давай. Беги. Беги, Лола, беги. Не поднимайся. Опять. Берешь ближнего, второго оставь мне. Вот так сойдет. О, оружие-то у них хорошее. Ну, давай посмотрим. На центральном участке множество целей. Разыграем комбинацию осторожно. Готовься. Я буду называть цели. Готов. Внимание, противник движется в нашем направлении. Отставить. Рядом с нами катер, не стрелять. Черт побери. Да, я знаю. Попробуем переждать. Давай, я жду. Что случилось? Почему ты тут остановился? Чертов двигатель заглох. Ржавый ненужный кусок дерьма. Может, бензин кончился? Подожди-ка. Пойду посмотрю, может, в кузове есть. Черт, спокойно, пока не стреляй. Ну, вроде не собираюсь. Что? Все равно надо проверить. Садись поудобнее. Еле пронесло. По лодке чисто. Вышиби ему мозги, раз уж он там. Куда, куда? Так, парень на причале один. Огонь разрешаю. Так. Цель возле костра, движется. Посмотрим, куда он пойдет. Смотрим. Отделился. Чисто. Давай, стреляй. Слева. Где? Снимем их одновременно. Подожди, подожди, подожди. Да подожди ты. Хорошая работа. Хорошая, да не хорошая. Смазал, блин. 31, доложить обстановку. Говорит 31-й. Мы на западном берегу. Сопротивление минимально. Время беги, беги, беги. Место встречи тоже. Прием. Все, понял, 31-й. Так держать, Келлер. Ура. Рейзер 31, доложить обстановку. Говорит 31-й. Мы на западном берегу. Сопротивление минимально. Время прибытия к месту встречи тоже. Прием. Сука. Ни хрена, вот так вот будем. Рейзер 31, блин. Обстановку. Говорит, понятненько. 31-й. Мы на западном берегу. Не сопротивление поменять. Минимально. Время прибытия к месту встречи тоже. Прием. Все, понял, 31-й. Так держать, Келлер. Ура. Давай. Аптечка, подожди. Не поднимайся. А почему? У меня максимально аптечек. Стой. Стою. Для тех двоих, что на выступе, нам не проскользнуть. Берешь того, что справа. Я нейтрализую второго. Подожди минутку. На. Почему-то пуля не показана. А почему? Давай, давай, давай.
Ты его хочешь вручную снять? Подождем. Так, жду. Ушел. Прячься под причал. Ой. Без сопливых. Конечно, под причал. Куда тут еще прятаться? Подозрительно будет, что две почки ходят здесь. Катер приехал. Не вступать. Ой-ой-ой-ой-ой. Выдвигаемся. Осторожно. Конечно же я вас вижу. Даешь мне половину и дело в шляпе. Очень смешно. Пипец, смех. Как тут не спалили-то еще, интересно. Налево. Твою мать, ты серьезно? Эй, придурок, посмотри вокруг. Ты на чертовом вонючем острове. Ты тут не забудь. Так это остров. Я что-то слышу. О, ты похож на зону. Это нормально. Я двое суток не спал. А что случилось? Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Опять осторожно. Давай, давай, давай. Что ты имеешь в виду? Залазь. Враг впереди. Снимаем его по-тихому. Понял. Так и проходим. Ой-ой-ой. Убежали. Как их еще не нашли? Вот. Ни переклички, ничего нет такого. Давай, двигай. Понятненько. Вот такой снайпер, значит, будет у меня. По миссиям. Это еще что за фигня? Гражданский спортивный самолет. Очень старая модель. На вид очень устойчивый. Думаешь, стоит его трогать? Стоит. Вот же дерьмо. Быстро заканчиваем здесь и линяем. Осторожней. Так, чтобы использовать бинокль. Ну, давай посмотрим. Можешь спрятать оружие. Ну вот они. Это будет очень непросто. Ну, как всегда. Так. С правой стороны лагеря идти нельзя. Слишком долго нужно быть в воде. Нас порвут в клочья. Сиди. А вот слева все наоборот. Думаю, мы сможем с ними справиться, если сыграем грамотно. Стреляй по моей команде. Точно здесь решает все. Справимся. Хорошо. Начнем по порядку. На берегу двое ремонтируют лодку. Это я знаю. Сначала сними того, что возле мотора. Вот так. Снайпер в самом высоком доме. Он цель номер один. Так, где-то вот здесь. Смотрим влево. Парень кружит, как стервятник вокруг здания. Жди, когда он скроется за левой стеной. Минутку. Так, сойдет. Двое солдат ошиваются возле дома. Видишь их? Подожди, где-то видел. Да, вижу. Стреляй в рацию, это их отвлечет. Она в нише с правой стороны дома. Не вижу, не вижу. Вижу. Так. А теперь давай. Первый. Теперь займись другим. Ох! Фокусировка первый раз на пулю пришлась. Убийство подтверждаю. Ну все, падаем. Крупно облажались. Черт, побери. Вовремя. Давай, давай, давай. Ой. Блин. Нельзя светиться. Подожди. Этот
взлома наконец упал с утеса. В квадрате чисто. Давай. Подожди, подожди. У меня патронов пока хватает, да, на них? Да блин. Я дальнего того успокоить хотел только. Упокоить. Они нас ждут уже. Я немножко сплоховал. Противников стали очень удачно. Убей их одной пулей. Не светись. Вот ни хрена себе. Стали они удобно. На. Подожди ты. Так, сойдет? Вот, аптечку взял. На! Падла. Ну все, вроде как. Можно идти к дому. Давай посмотрим, что у них здесь есть. Так. Ну, аптечки-то еще одной нету. Это жаль, конечно. Снайперская винтовка. Бежим. Бежим. Удачно встали. Одной пулей, двоих. Откуда ты смотришь? В воду, быстрее. В воду, быстрее. Ай-яй-яй-яй. Думаю, мы отсиделись. Ага. Эти развалины должны примыкать к джунглям. Оттуда до возвышенности рукой подать. Беги. Беги, беги, беги. Блин. Отдышка такая прямо. Это... Замри. Не стреляй. Подождем. Не стой, вперед! Чисто. Давай, стреляй. Все чисто, вперед. Беги. А второй-то что? Есть контакт. Снимаем их одновременно. Цель уничтожена, иду вперед. Давай. Я за тобой. Еще. Пошел, пошел, пошел. Да иду, иду, иду. Чисто, двинули. Пойдем. Вот тут наверх есть. На землю не высовывайся. Подожди. Вон они.
Давай. Одним выстрелом двоих. Там ниже куча солдат. Чтобы двигаться дальше, нам нужно их отвлечь. Я приметил, бензобак этого грузовика должен наделать немало шума. Перевей его. Не будем тратить время. На! Путь свободен, продвигаемся. Кого ты хотел куда прижать? К стенке? А зачем? Для интимной близости, да? Черт, наверное, сустал. Исчез из видимости. Так. Огонь. Сюда, сюда. Не стреляй в них, они нам подыграют. Принято. Давай. Пусть уходят. Но там все равно один остался. Давай, стреляй. Прямое попадание. Конечно. Я старался. Куда нам? Показывай путь. Снайпер вдалеке на колокольне. У него отличный обзор. Нужно его снять. Понятно. Да, блин, подожди ты. Ты чё так трясёшься-то, как алкаш? Отдышись. На! В этом районе несколько одиночных противников. Нейтрализуй их издалека. Выследить их можно через бинокль. На! На тебе, падла! Подожди. Осторожней, осторожней! Осторожней! Блин. Ладно. Давай еще разок. Снайпер вдалеке на колокольне. У него отличный обзор. Нужно его снять. Ждем. На! Не успел тревогу поднять. В этом районе несколько одиночных противников. Нейтрализуй их издалека. Выследить их можно через бинокль. Так. Вы меня что, ждете, что ли, здесь? Так. Вот так вот. Доложите обстановку. Ты мне что, не помог даже? Ты в безопасности. Противник нейтрализован или надолго отвлечен. Движемся к точке встречи. Все понял. Давай, беги, беги, беги. Блин, из этой дурацкой отдышки. Такол, я буду здесь. Прикрою Келлера и его ребят. Ты поднимайся на колокольню и займи удобную позицию. Удачи тебе. И тебе. Давай. Приближается катер врага. Ныряй. Не высовывайся. Пусть проплывут.
Всплывай, всплывай. А то я с винтовкой-то много не наплаваю. Вот. Еще немножко. Блин. Плыви, плыви, плыви. Голубчик, плыви. Да блин. Так. Так, там второй был. Он теперь ушел, нет? Пока все спокойно. Я в западной части станционного парка. Андерсон, когда будешь на месте? Я наверху, направляюсь ко входу в церковь. Давай потихонечку. Спокойно. Аптечка. Аккуратней. Давай. Нахожусь в церкви. Поднимаюсь на колокольню. Хорошо. Можешь исполнить разок другой Аве Марии. Да сейчас. Этот радар очень хорошо храняется. Посмотрим, что можно сделать. Конец связи. Так, это наш снайпер там текет, да? Ой-ой-ой. Так. Ну давай смотрим, что у нас там. Я на месте, настраиваю крупный калибр. Каков план игры? Геллер на связи. Дело теперь за мной. 32-й, ты нас сейчас видишь? Вижу. Так точно, вижу вас. Мы поднимаемся на холм. Прикрывай. Кортес и Николс, вы со мной. Диас, ты на стреме. Остальные охраняют позицию. Будьте готовы к отходу. Андерсон, прикрываешь нам спину. Спасибо. Постараюсь и вам по парочке цели оставить. Давай. Враг на причале, прямо по курсу. Зря не пали. Да подождите, сейчас вручную его поди должны убрать. Поддержка, мы позади причала. Нейтрализуйте патрульного, мы заберем тело. Есть, посылка получена. Угу. Противнику первой хижины на берегу. В контакт пока не вступай. Попробуем переждать. Стреляй тогда, когда они повернутся друг к другу спиной. Черт! Противник на 6 часов огонь! Новые ботины в исходе! Их прибывает все больше юниформ! Подожди! Где? Задание провалено, блин, ладно. Давай еще разок. Поднимайся, быстрее давай. Я на месте, настраиваю крупный калибр. Каков план игры?
связи. Дело теперь за мной. 32-й. Почему без глушителя только? Так точно, вижу вас. Мы поднимаемся на холм. Прикрывай. Кортес и Николс, вы со мной. Диас, ты на стрёме. Остальные охраняют позицию. Будьте готовы к отходу. Андерсон, прикрываешь нам спину. Спасибо. Постараюсь и вам по парочке цели оставить. Давайте. Враг на причале, прямо по курсу. Вижу. Зря не пали. Не стреляй. Подождем. Жду. Поддержка, мы позади причала. Нейтрализуйте патруль. Есть. Посылка получена. Андерсон, противник у первой хижины на берегу. В контакт пока не вступай. Давай. Попробуем переждать. Стреляй тогда, когда они повернутся друг к другу спиной. Мы должны сохранять скрытность как можно дольше. Неплохо. Давай, снова. Так. Давай. Вылетай. Все хорошо. Тихо и незаметно. Противник слева на балконе. Бумк. Давай, перезарядим. Еще что-то? Андерсон, что там? Все уже чисто. Принято. Диас, что там у тебя? Здесь под контролем. Выдвигаемся на новую позицию. Парни, всем смотреть в оба. Есть контакт. Снайпер на вышке. Сними его, прежде чем он заметит трупы на причале. Что за фигня? Уже вертушка, не стрелять, не стрелять! Не стреляю. Тебе нужно просто его пересидеть. Будет очень плохо, если он нас заметит. Хорошо. Пусть убирается, не шевелись там наверху. Замри. Да замер, замер. Еще совсем немного. Чисто. Давай, стреляй. На. Объект уничтожен. Три цели на платформе. Нужно их поделить. Где? Так. Первого снимаешь ты. Мы берем остальных. Ну, давай. Действуем. Так, нормально? Отличная работа. Постарался. Район чист. Кто-то идет, прячься. Впереди патруль, два человека. Не дай ему поднять тревогу. Нормально, пока идем. Все чисто, вперед. 31-й, осторожно. Из-за здания я не вижу, что у вас с тыла. Я понял. Готовлюсь к встрече. Конец связи. Давай. Я направляюсь к ним. Прикрывай меня. Диас, неподалеку от тебя две цели. Первая на платформе, ближе к тебе, вторая на переходе. Она моя. Принято. На. Пока нормально. Давай. Все чисто. Принято. Трое впереди, движутся. Подожди немного, посмотрим, что будут делать. Что будут делать? Зачем ждать? Ну, давай посмотрим. Можешь спрятать оружие. Кажется, они просто болтают. Заткни их. На. Действуем. Все? Хорошо, все чисто. Я старался. Я почти на месте. Контакт. Нужно покончить с цели прямо на моем пути. Начинай их снимать, когда патрульный повернется к тебе спиной. Понял. Можно подумать, он меня видел.
Нормально так? Черт, кто вы такие? Блин, еще выбежал. Черт. Спасибо, друг. Навсегда, пожалуйста. Смотри, еще бы. Потребую. Должен будешь. Так. 32-й, я встретился с ребятами. Готовимся штурмовать район возле радара. Как слышите? Все понял, прикрываю задницу. Действуем. Прижми этих ублюдков! Что? Подожди. Успел, нет? Ну, это-то точно в голову. Сектор чист. Пошел, пошел, пошел. Перезаряжаем. Хорошо. И в систему, скорее всего, можно легко заразить вирусом. Разведка считает, что почти вся техника выпущена в начале 90-х. Понял. Добрались до цели. Загружаем вирус. Давайте. Готово. Теперь эта штука и падающий метеорит не засечет. Постой. Что-то здесь есть. Ты, наверное, захочешь это услышать. Что будешь делать со шпионом? Конечно, его нужно допросить, идиот! Отведи его в комнату босса рядом с вертолетной площадкой. С ним ничего не должно случиться, понял? Да, сэр. Но я готов спорить. Если он попадет к телохранителю босса, то ему придется опять отмывать стены. Мы отправим данные о заложнике в центр спецопераций. Будем держать вас в курсе. Андерсон, теперь отправляйся к месту заключения сделки. 3-1 закончит с теми, кто скрылся, и прибудет по воде. Понятно. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!